Друзья, всем привет! С вами Елена, и вы на канале «Мой сад, моя гордость». Хотела вам показать череночки, друзья, которые мы укореняли 21 сентября. Друзья, здесь я брала череночки крупнолистных гортензий, брала несколько череночков я древовидных гортензий, то есть вот мне просто интересно, я взяла по несколько череночков тех, и других, я имею в виду, просто никогда не пробовала укоренять, я имею в виду в домашних условиях, таких как Пинканабель, Хайер Старбёрст. Мне просто интересно, получится, не получится. Я взяла по несколько череночков. Ну вот пока они стоят безрезультатно, зелененькие, конечно, но корешочков пока нет. Что касается крупнолистных гортензий, вот, пожалуйста, смотрите, друзья. Вот они уже, сейчас покажу вам. Посмотрите уже, какие прекрасные воздушные корешочки. Посмотрите, очень прелестные. Вот и поздние череночки, друзья. Мне начали писать, что, Лена, да невозможно. Но как невозможно, друзья? Все возможно. В любое время можно брать череночки. Вот, либо полуодервеневшие, либо зелененькие. Но лучше, конечно, я рекомендую брать все-таки зелененькие, потому что они лучше укореняются. Вот. Те, конечно, тоже укоренятся, но немножко попозже, друзья. Посмотрите, ну не прелесть ли? Прелесть. Посмотрите. Вон они, какие уже хорошие корешочки. 21 сентября. Сегодня у нас 15 число. 15 октября. Вот. Хорошие, большие уже, прекрасные череночки. Вот. Любой вот возьмите. Вон они, посмотрите. Вон они уже, какие корешочки. Здесь вот даже уже, смотрите. Вон. То есть воздушных я не вижу корешочков, но я вижу, вон они уже, видите, в стаканчике. Появились хорошие-хорошие корешочки. Вот так вот. Здесь я еще ставила на 8 числа, кто помнит, я снимала ролик 8 числа, но пока еще, друзья, ничего не нет, то есть сегодня 15, сколько там прошло, всего ничего, но стоят зелененькие, это я брала тоже крупнолистные гортензии, бесконечное лето я брала понемножку, то есть это вообще еще поздние череночки, еще позднее. Так, здесь у меня... Здесь я брала тоже для эксперимента, друзья, не знаю, получится, не получится. Брала я 4 октября череночки, брала полярный медведь, White Lady брала, High Star Burst, Fire брала, то есть вот такие вот метельчатые Limelight брала по несколько череночков, просто интересно, получится, не получится. Не получится, значит, не получится. Вот. Ну, просто хочется, чтобы получилось. Ну, вот такой вам небольшой ролик, друзья. Просто, ну, все мы как-то экспериментируем. Я думаю, что это очень даже интересно. А вдруг получится, правда же? Вот. И будем делать. Тут я тоже вот взяла клематисов несколько штук. И мне тоже интересно, получится или не получится. Ну, хотя вот уже несколько штук я выкинула. Но вот какие-то еще зелененькие стоят. Мне просто вот, ну, интересно. Получится, значит, получится. Я тогда вам скажу, что да, друзья, получилось. Но не так, как говорится, не в таком количестве, как я начеренковала. Вот, уже, конечно, выпад большой. Ну, хотя бы 1-2 сохранить, и то будет замечательно. Ну вот, друзья, кому понравился мой ролик, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Я вас всех-всех люблю, друзья, и до новых встреч. Пока-пока.